Короче, я дружу с бомжом во дворе. Ну, там так получилось, типа, я каждый день хожу мусор выбрасывать, а он там, ну, живет. Ну, и что-то мы примелькались друг к другу, начали здороваться. Все, я как-то вечером иду с парнем, и вдруг из темноты голос: «О, а чё это мы здороваться-то перестали?» А я, ну, правда, и не видел, там темно, там непонятно, то ли бомж, то ли кто дубленку выкинул. Ну, я говорю: «О, блин, привет», говорю: «Чё, как дела?» Он говорит: «Нормально, у тебя как?» Я говорю: «Ну, нормально». Он говорит: «Ну, давай, до завтра». Я говорю: «Да, давай, пока». Все, мы идем. Мне парень говорит: «Ир, а это кто?» Я говорю: «А это мой бывший». Говорю: «Знаешь такую теорию? Людям все плохое возвращается. Вот, он меня бросил, и теперь бомж. Все, говорю, спасибо, что проводил. Че, говорю, завтра увидимся». Он говорит: «Естественно».